Доброго времени суток. Сегодня у нас будет обзор наборов от Новой Слободы. Мы с вами посмотрим три наборчика. Первый из которых вот такой. Это у нас цветущий сад. Артикул ННК 6502. Это получается триптих. Три картинки как бы в одной. И размер 30 на 30 каждый. Каждой картинки 30 на 30. Вот так выглядит напечатанный наборчик с вешалочкой. На обратной стороне мы видим описание набора, что в набор входит бисер прециоза 4 цвета, органайзер смулине анкор 15 цветов, канва с нанесенным фоновым рисунком Аида 14, 3 части, и сам размер именно канвы. И игла для вышивания бисером номер 12 и ниточками номер 26. Цветная схема инструкции и ниточка для бисера. Вот такой состав набора, который мы с вами сейчас посмотрим более подробно. Так. Так, так, так. Итак, давайте начнем со схемы. Да? Схема так достаточно большая, здесь много листиков. Выглядит она вот так. Это один из листиков, мы с вами сейчас посмотрим. Вот он, А3 формат. Так, это я с ногами показываю. Схема цвета символьная, что меня радует. Она очень удобная. Легко размещать значки, не нужно долго искать. Вот здесь сразу ключ, да? Есть бленды, мы видим. В две ниточки вышивается вся работа, и бэкстич у нас в одну ниточку идет. Так, и вот бисер, да? Есть. Ну, в принципе, все понятно. Вот такой формат. Формат, в принципе, здесь сами значки, сами не больше, чем например, в наборах у Лукаэс. Они немножечко даже меньше, мне кажется. Но такой формат очень удобный, как у Classic Design получается. Такой же самый формат и на размер самих значков и восприятия. На обычной бумаге, то есть она не бликует, что тоже не может не радовать. Раз, два, три. 4, 5, 6 листов со схемами и инструкция. Так, дальше мы посмотрим бисер. Как нам и писали, 5 цветов, 4 цвета бисера. Вот. Это одинаковые в двух ключках. А это, ну, их немного бисера достаточно. От этого самого больше, но тут буквально грамма 2-3 будет. Не больше. И немножко такого. Так, это у нас ниточки для бисера. И сами ниточки вот для цветов. Я не буду их открывать, потому что, в принципе, всю цветовую гамму вот так вот видно. Видите? Сейчас я беру так, чтобы не бриковала. Вот. То есть, смысла нет распечатывать. Потому что вот они, все ниточки, видно, какая здесь цветовая гамма, достаточно такая, знаете, спокойная, ничего такого яркого, кричащего нету, все пастельные тона такие вот. Вот такая косичка. Так, и дальше у нас идет сама канва, вот она, иголочки прицеплены. Сейчас мы их немножко перецепим, потому что они так сделаны, чтобы не разматывалась вся канва. Так. И иголочка для бисера. Ой, хорошо так ее вставили. Так, такая мягенькая здесь идет канва. Не совсем такая прям трухлая, но мягенькая. Видите, с фоновым рисунком. Такой рисуночек, в принципе, плюс-минус одинаковый на всех. Немножечко там это средняя картинка. Это я вверх ногами держу, простите. Вот так это выглядит. Вот это посерединке, это справа, а это слева. Вот такой красота, очень красивая
получается, в отшиве. Уже тоже кто-то из девочек показывал, я видела. Очень и очень мне понравилось. И в итоге будет вот такой вот триптих с бабочкой и с цветами. Цветущий сад. Так, дальше я бы хотела вам показать две новинки от Новой Слободы. Это вот такие наборчики. Наверное, я не буду оба открывать. Я открою только вот эти вот клематисы. Да? Потому что там, в принципе, по составу они идентичны. Единственное, что сюжет разный. А так они одинаковые почти. Ну как, по составу одинаковые. Так, смотрим. У нас здесь написано, что это у нас артикул СВ-3087У. Клематисы 16 на 50 сантиметров, размер готовой работы. Сложность двоечка, 23 цвета. Также с обратной стороны снова у нас идет описание. Органайзер с мулине Пальмира. Канвас, нанесенным фоновым рисунком Аида 14. Иголочка номер 26. Нитевдеватель уже есть, интересно. И цветная схема и инструкция. Давайте же посмотрим, как выглядят новые наборы Новой Слободы. Чем он отличается от предыдущего. Потому что предыдущий старого еще образца наборчик. Так. Вот так. Вот так. Достаем все. Ага, вот у нас идет вот такой вот нитевдеватель. С обратной стороны, то, что у нас титульная, да, сторона наборчика, с обратной стороны идет инструкция. Спасибо за то, что выбрали наборы для вышивки «Новая Слобода» и инструкция, как сделать комфортным процесс вышивания и правильным. Здесь тоже самое. Дальше. Вот такого плана уже здесь схема. Она уже немного поменьшего формата и... тоже светосимвольная. Ну, в принципе, тоже тут все понятно. Единственное, что вот эта бумага, она уже, видите, немножечко бликует от лампочки. Ну, такое. На, получается, раз, два. На трех листах у нас здесь схема идет. Вот в конце у нас идет ключик. То есть не на каждом листике, а в конце, на одном. Так, кто паковал у нас здесь штампик. Итак, полным крестом в две ниточки. И есть раз, два, три, четыре, пять блендов. И много бэкстича. Видите, сколько бэкстича в одну ниточку. Достаточно много. Так, вот таким образом выглядит схема. Зашивка здесь не полная идет. Дальше, ниточки здесь вообще, конечно... Посмотрите на эту косичку. Преобладают фиолетовые цвета разных оттенков, потому что все-таки эти клематисы у нас фиолетовые, поэтому вот они тут такие. Красивая цветовая палитра, цветовая гамма. Вот такая вот косичка. И непосредственно сама канва с нанесенной схемой, вот она, ой, с нанесенным фоновым рисунком, вот она вот так вот выглядит, тоже мягенькая такая, мне нравится канва у Новой Слободы, она, знаете, ну не такая совсем, как тряпка, да, но она мягенькая, не знаю, как это объяснить, очень приятная на ощупь. Вот такой вот наборчик. И в итоге получится вот такая вот панелька красивая с клематисами, и ей же фару можно вышить вот такую вот белые лилии СВ-3089, белые лилии, и 16 на 44 размер, тоже 33 цвета там идет в наборчике, и уровень сложности двоечка. Вот такие новинки. Ну что, в принципе, на сегодня все. Это то, что я вам хотела показать. Надеюсь, видео полезным. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем шустрой иголочки, ровных крестиков. Пока-пока.